Всем привет, друзья! И сегодня у нас снова крафт автомобилей в GTA 5. И под прошлым видео больше всего лайков набрал комментарий, где вы просили меня скрестить самолет и много-много-много лимузинов. Ну, насчет много-много я не знаю, вы просили сделать крылья из лимузина и самолет из лимузина, поэтому именно этим мы и займемся. Итак, нам нужно сесть в самолет, чтобы потом не возникало никаких проблем. И... Так, давайте начнем прицеплять. Сначала, я думаю, мы поставим лимузины прямо на самолет, а потом уже сделаем из них крылья. Так. Какой начнем? Давайте серый поставим. Так, отлично. Куда мы его? Наверх поднимем или вперед? Давайте, наверное, вперед немного выдвинем. Такой летающий лимузин, да, получится? Так, в принципе, мы можем сделать вот так, чтобы наш пилот сидел в лимузине. А почему нет? По-моему, получится круто. Дальше мы поставим еще один лимузинчик. Так, давайте. Тоже нам нужен такого же цвета. Вот такой, например. Ставим его уже дальше. Так. Сразу его поднимем, чтобы видно было, где он находится. Такое нормальное продолжение, да? Летающие лимузины. По-моему, это очень прикольно. Так, что, еще один, наверное, нам нужен все-таки. Давайте оставим этот здесь и возьмем следующий лимузинчик. Так, вот этот. Так, присоединяем его также к самолету. Нам нужно поднять его наверх. И теперь сдвинем его немного назад. Сделаем такое прям продолжение хорошее. Представляете, а можно ведь и автопоезд такой целый собрать из этих самолетов. Вернее, из этих лимузинов. Теперь мы опускаем его вниз, и нам нужно его немножко подровнять. Ну что, смотрите, по-моему, неплохо получается. Так, сейчас я приближу камеру. Во! Смотрите-ка, ну крутяк же получается, да? Практически такой пассажирский самолет получился. Давайте средний. Средний мы сейчас немного сдвинем. Вот этот нам нужно чуть-чуть подвинуть назад. Так. Примерно где-то... Вот так, мне кажется, да? Смотрите, ну нормально получается, круто. Что теперь мы будем делать? Теперь давайте из черных лимузинов соберем крылья. Так, где у нас? Вот они, черненькие наши лимузинчики. Зафигачим их прямиком на крылья. Честно сказать, я не представляю, как это все получится, как это будет выглядеть, но мы же должны попробовать, правда? Так, сразу его поднимем. Вот таким образом. Так, теперь нам нужно его повернуть. А нет, это не тот поворот, который нам нужен. И этот тоже не тот поворот. Значит, вот этот. Во, отлично. Как сделать лучше? Передом? Да, пожалуй, лучше передом. Туда его замостить, наверное, так получится более эстетично. Но вот насчет задних крыльев я не знаю. Стоит ли делать их тоже из лимузина или нет? Наверное, нет. Наверное, все-таки сделаем. Так. Это, блин, чертовски долго. Куда же нам его? Наверное, вот такой угол, я думаю, хватит. Сейчас мы его просто подвинем. Так. И теперь назад нам нужно его. Вот. Но теперь стоит вопрос о том, что нужно его немножко наклонить. Не в ту сторону. Поставим его прям по профилю крыла, чтобы он как бы не сильно выделялся. И, наверное, нужно тогда еще его чуть-чуть. Да, вот так вот. Вот
Так, еще немного сюда. Блин, это сложно. Теперь ниже. Так. Ну как-то вот так, что ли, получается? Даже не знаю. Мне кажется, это не очень красиво выглядит, но... Вы просили, друзья. Поэтому я делаю. Так, давайте второй. Теперь поставим мы второй черный стрейч на второе крыло. Так, сразу мы его поднимем, чтобы его было видно. Так, теперь нужно его разворачивать. Самое долгое это разворачивание. Ну, в принципе, знаете, получается неплохо. Я не думал, что будет все это дело как-то хоть выглядеть нормально, но, в принципе, неплохо. Могло бы быть и хуже. Теперь самое главное поставить их так же ровно, то есть, чтобы они были примерно, ну, хотя бы примерно одинаково, чтобы они были, этого, я думаю, будет достаточно. Так, сейчас мы его поставим по профилю крыла. Где-то примерно вот так, наверное. Оп. Так. Теперь еще немного вот сюда. Давайте докрутим немножко его. Вот так, мне кажется, лучше, да? Одинаковый угол. По-моему, одинаковый получается. Теперь мы его опускаем ниже. И нам нужно еще его еще немного опустить, чтобы вот... Как бы вот, да, повторял профилем. Теперь еще ниже мы его опускаем. И нужно его назад немного засунуть. Так. Смотрите-ка, ну, почти-почти похож. Немного я его перевернул, кажется. Вот так все-таки нужно было сделать. Да, смотрите, ну вот... Вот теперь реально похоже получилось. И этого убавить нужно, наверное, вот так все-таки. Во, смотрите-ка. Получилась точная копия. Точная копия, друзья. Но смотрите, у нас осталось еще два лимузина. Что сделаем с ними? Мы можем и из них как бы продолжение крыльев сделать, но получится слишком громоздко. А можем сделать из них спереди еще перевернуть. Давайте сделаем, попробуем, по крайней мере. Не знаю, что из этого получится, но давайте пробовать. Возьмем такой же светленький. Так, куда мы его? Вот к этому мы его привернем. Только нам нужно, чтобы он был перевернут. Это получится чертовски круто, мне кажется. Такое как бы дополнительное место для еще членов экипажа, возможно. Блин, надо было установить. Слушайте, нет, это не тот лимузин, который нам нужен. Ох ты, ёлки-матрёлки! Так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, спокойно-спокойно. Главное, чтобы он не разбился. Это будет реально обидно, если он сейчас разобьется. Надо его аккуратненько посадить. И... Так, все, сиди-сиди, все нормально, все спокойно. А что мне нужно сделать? Мне нужен другой лимузин. Я кое-что придумал охренительное. Так, где он? В седанах, по-моему. Так. Вот он! Вот он, дамы и господа. Это то, что нам действительно нужно. Сейчас мы сделаем из него настоящую пушку, которая, наверное, сможет еще и стрелять. А возможно, мы две с вами сделаем, чтобы можно было и вперед стрелять, и назад. Хотя, ну не знаю, давайте пока сначала одну сделаем, а там видно будет. Итак, берем мы его и прицепляем к вот этому лимузину. Но он нужен нам не совсем так, нам нужно его перевернуть. Так, ровно на 180 градусов мы переворачиваем.
Отлично. Так, и теперь нужно его... Ой-ой-ой-ой, слишком низко. В общем, я думаю, вы уже поняли, что должно получиться. Мы сейчас сделаем настоящую такую турель, которая... Так, вперед. Нужно вперед двигать. Блин, по-моему, крутяк получается, смотрите. Реально с пулеметом прямо штука такая. Офигеть. То есть у нас дополнительный пулемет еще образовался здесь. И это реально круто. Ну и все, в принципе, можем... Можем делать какие-то летные испытания. То есть получается, что человек может сидеть в том нижнем лимузине и просто оттуда наваливать, раздавать вот эти пули. Это круто, друзья. Ах ты! Фак! Что это была за херня? Господи, боже ты мой, посмотрите, что творится. Это просто жесть какая-то. Просто нереальная жесть. Охренеть. Я не понимаю, почему он взорвался и почему его так сильно колбасят, но вы все видели сами, друзья. То есть, видимо, этот второй лимузин, который мы припаяли к низу, видимо, он испортил всю нашу картину. Черт. Немного неудачно закончились наши испытания, и сейчас он вот так вот летает. Не очень-то прикольно. Но, друзья, что получается, вы просите делать, я стараюсь делать, не всегда это получается. И даже наш самолет с отваленными крыльями все еще как бы имеет какой-то аналог крыльев из автомобилей. Блин, пипец, все это вертится, просто крутится. Воу-воу, что происходит? Что происходит? Так, а где он? Где самолет-то? Куда он... Вон он, посмотрите. То есть вы видите? Он наконец-то он приземлился. А, нет, нифига не приземлился, друзья. В общем, вот такая вот смешная херня получилась. Если вам понравился этот ролик, не забывайте ставить лайки. А самое главное, в комментариях пишите предложения для следующих крафтов. Ну и как обычно, который комментарий наберет больше лайков, тот и будет выполнен в следующем выпуске. А на этом все, друзья. Подписывайтесь, еще раз ставите лайки и всем пока.